Уважаемые телезрители, здравствуйте! Мы сейчас находимся в местности Джиргалан. И вот здесь на уровне 2590 метров есть вот такое прекрасное озеро. И вот Эмиль Баке, наш сегодня гид, человек, который здесь строит бизнес на экотуризме. Может быть, пару слов вы расскажете об этом озере. Здравствуйте, телезрители, коллеги. Вот мы находимся возле озера Турналу-Кёль. Сюда прилетают журавли из Южной Африки. Например, равнинные журавли, они прилетают с Персидского залива в сторону и гнездятся где-то в Якутии. Угу. Вот. А сейчас вот мы находимся возле горного такого озера. Летом здесь можно купаться. В принципе, вода прогревается хорошо, где-то полметра прогревается. Можно хорошенько искупаться. Здесь мы останавливаемся на несколько дней. Вот двухдневный тур с ночевкой на Турналы-Кёль происходит вот именно здесь. Мы спускаемся с верхней горы. И Чарджон называется. Угу. И вот здесь вот ночуем. Первый день мы видим водопад. После водопада поднимаемся на высоту 3028 метров. Спускаемся на 2590 метров к озеру. Угу. Здесь мы ночуем. Дальше идем на Тулпартаж и возвращаемся домой. И вот двухдневный по пути двухдневного трека вот расположено это озеро. Озеро зимой застывает. Ну вот мы хотим, у нас в планах запустить сюда малька. Вот, выживет он или нет. Вроде бы планктон есть. Здесь вот сейчас вот буквально два журавля взлетели перед нами. Да, мы были свидетелями, даже засняли это. Да. И, наверное, мы чуть-чуть их потревожили. Вот они сейчас улетели. Это такие красивые создания, ради которых можно сюда прийти, посмотреть на них. Вот. Да. Ну, вообще, это такое место, которым, наверное, просто надо любоваться, да? Да. Да. И вот получать массу таких положительных впечатлений, такую энергию. Я думаю, что вы тоже здесь вместе с нами получаете такую энергию, да? До новых встреч! Спасибо, Эмиль Баке. Да. Я думаю, что у вас будут все ваши туристы будут очарованы таким местом. И наш Кыргызстан, он всегда богат вот такими местами. И просто я вчера такую фразу сказал, да, лучшие кыргызских гор могут быть только кыргызские горы. Да. Да. Приезжайте, у нас сейчас пик кумуса-лечения, кумус мы пьем все лето. Звоните по телефону 0557-20-7777. До скорых встреч! Всего доброго!